там приехали все эти люди, которые этим занимаются, и мы члены этой организации в Риге несколько, мой Который, ну, настоятель, священник, у нас настоятель. Мой священник. И еще несколько людей, это Модебинаж, это Лутеранство, и мы вот решили, почему только в узком кругу делать семинар, там показывать фильмы, давай сделаем для друзей. Сделали этот кинофорум неделю после Пасхи, неделю, 10 фильмов, и давай делаем это все. И так мы начали в 99-м году, был семинар с дискуссиями, и так вот с этого года, каждый год. И где он проходил? Он проходил, первый был кино Рига, который теперь Скоуни Палас, потом была киногалерея, которая была в Старой Риге, теперь уже больше нет, потом опять кино Рига, потом была реформа церковь, где сейчас Назарянская академия, и вот теперь третий год уже здесь. Хэппи арт музей, да? Хэппи арт музей.